На 25-м заседании Совета депутатов Ленинского района присутствовал исполняющий обязанности главы муниципалитета Олег Хромов, его заместители, начальники управления и отделений. Вел заседание председатель Валерий Венцель. На повестке дня рассматривалось несколько вопросов, и первым — о назначении досрочных выборов главы Ленинского муниципального района. Решением Совета депутатов Ленинского района 7 ноября 2014 года досрочно прекращены полномочия главы Ленинского муниципального района. В соответствии с законом о выборах, в случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования, досрочные выборы должны быть проведены не позднее, чем через 6 месяцев со дня прекращения полномочий. В случае с Ленинским районом выборы должны состояться не позднее 11 мая 2015 года. С учетом вышеуказанных требований законодательства о выборах Совет депутатов предлагает назначить выборы главы Ленинского муниципального района на воскресенье 26 апреля 2015 года. Прошу депутатов принять данное решение. Единогласным голосованием Совета депутатов было принято решение назначить досрочные выборы главы Ленинского муниципального района на последнее воскресенье апреля 2015 года. На заседании Совета депутатов рассматривались и другие вопросы. Людмила Медведева, Евгений Петров, Елена Кошлева. Видное ТВ.